Дорогие наши зрители, вчера вечером в Екатеринбурге проходил большой концерт народной песни. На этом концерте все ждали выступления известного российского певца и музыканта Ярослава Сумишевского. За годы творчества Ярослав Сумишевский завоевал сердца многих женщин. К сожалению, концерт закончился, а Ярослава Сумишевского на концерте никто и не увидел. Начали узнавать, что с ним произошло, никто толком ничего объяснить не мог. Лишь вскоре на связь вышел его концертный директор и сообщил нам о том, что Ярослав Сумишевский находится в больнице. У него серьезные проблемы с сердцем. Что произошло на самом деле с нашим артистом, неизвестно. Будем надеяться, друзья, что все будет хорошо. В скором времени мы постараемся связаться с родственниками Ярослава Сумишевского и взять у них интервью, которое выложим уже завтра рано утром на нашем канале, в нашем новом выпуске. Поддержите наш канал подпиской, поставьте лайк и нажмите на колокольчик.